Наедине с проблемой. Спектакль о жизни студентов. Ребята учатся и не знают забот, кроме сессии. В одночасье жизнь в одной из комнат общежития меняется. Девушки узнают, что их соседка прошла лечение от туберкулеза. Они выражают недовольство, чем доводят до отчаяния главную героиню. Мероприятие имеет форму не совсем привычного спектакля. Здесь нет сцены, а зрители в один миг могут стать активными действующими лицами. Эта форма подразумевает форм-театр. То, что зритель после первого просмотра сцены, которая будет показана, это, ну, как бы она обычно занимает 5-7 минут, приглашается к активному участию. То есть студенты могут выходить, заменять актеров и пытаться изменять ход событий, сделать так, чтобы в конце не произошла какая-то трагедия, которая заложена в спектакле, которая подразумевается. Подобные мероприятия в рамках проекта «Амбулаторное лечение туберкулеза. Время для нас, деньги для страны, здоровье для всех» его кураторы планируют провести еще в нескольких областных центрах. Основная цель – изменение отношения к людям, в жизни которых появился диагноз туберкулез. Мы так будем решать одну из задач – это изменение стигмы, то есть стереотипа восприятия людей, затронутых проблемой туберкулеза, и предотвращение дискриминации по отношению к людям. Студенты, которые выходили на сцену, утверждают, окажись они в подобной ситуации сами, поступили бы иначе, постарались поддержать человека. Мероприятия считают хорошей возможностью рассказать о проблеме, донести важную информацию. Мы участвуем в таких мероприятиях, потому что нам действительно интересно быть вовлеченными в такие дела, показывать важность проблем, освещать, доносить до других суть мероприятий, а также самим больше погружаться. Вообще проблема туберкулеза достаточно важна на сегодняшний день. И вот так как мы участвуем в этом всем, мы уже более информированы, чем, допустим, другие студенты. И мы, ну, наша главная цель – это не только передать знания, но и рассказать людям, что на самом деле такая проблема достаточно актуальна, что люди, которые, жизнь которых затронута, это проблема, что им нужна наша поддержка и помощь. То есть, ну, так как мы владеем информацией, мы хотим ее передать. Анастасия Страбко, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.